жаркие зимние твои. Сегодня ровно 4 года с того вечера, как стартовала зимняя Сочинская Олимпиада. И как показывают события последних месяцев, это был последний праздник спорта без политики. Все соревнования были только для спортсменов и болельщиков. А то, что происходит сейчас, чистой воды фарс, говорят люди, вырастившие олимпийских чемпионов в Сочи. Большой праздник, большой спорт. Все было поставлено по принципам спортивного союза, то есть единства спортивных организаций всемирных и так далее. Никакой там политики не было. Нынешний руководитель Олимпийского комитета ПАХ является как раз-таки политизированной личностью, которая обозначил спорт в политике уже. Понятно, что это просто действие, направленное против государства, а не против кого-то там лично. Но как бы сейчас ни пытались очернить наших спортсменов и политизировать само олимпийское движение, для россиян эти игры прежде всего победные. Наши спортсмены завоевали 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Всего 33 медали. Особенно приятно, что 4 золота в копилку нашей сборной принесли кубанские спортсмены. 2 – бобслеист Алексей Воевода и столько же пара фигуристов – Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Сейчас Сочи продолжает жизнь спортивную, готовится принять чемпионат мира по футболу. Несколько его матчи пройдут на стадионе «Фишт», на том самом, где еще 4 года назад зажгли олимпийский огонь.